Функционально яркий дизайн, мощный двигатель, коробка автомат, ABS, климат-контроль. Определившись с машиной своей мечты, стоит задуматься о том, как ее сохранить. Какой должна быть система охраны, чтобы при нажатии кнопки замка вы были спокойны за свой автомобиль. Современная система охраны должна быть как минимум скрыта от посторонних глаз. Любая информация об установленной системе облегчает задачу угона автомобиля. Линейка Slave сигнализации «Призрак» 7 серии – это система скрытой охраны, которую крайне сложно обнаружить и отключить. Slave сигнализация управляется штатными кнопками на ключе автомобиля, что не только удобно, но и гарантирует дополнительную скрытость. Никто не узнает, какая система установлена в вашем автомобиле. Некоторые современные автомобили оборудованы системой бесключевого доступа. Если ваши руки заняты и у вас нет возможности искать ключ, чтобы снять или поставить автомобиль на охрану, вам достаточно всего лишь нажать кнопку на ручке двери. Сим-сим, откройся. Легко и комфортно. Центральный блок сигнализации «Призрак» очень маленький, и вариантов его установки в салоне автомобиля достаточно много, благодаря чему даже опытному угонщику будет сложно его обнаружить. А чтобы сохранить состояние информации о системе при прохождении ТО, просто используйте режим сервисного обслуживания, и вам не понадобится сообщать работникам сервиса о «Призраке». Кроме того, встроенный CAN-адаптер гарантирует 100% совместимость с родной электроникой автомобиля. Поэтому «Призрака» не распознает ни одно диагностическое оборудование. И к тому же, встроенный CAN-адаптер упрощает установку. Особенность всей линейки слоев сигнализации «Призрак» 7 серии – это возможность подобрать сигнализацию от самой простой до комплексной системы охраны. В сигнализациях «Призрак» присутствуют все необходимые функции для надежной защиты автомобиля от угона с места парковки и захвата в пути. Функция «Pin to Drive» защитит автомобиль на стоянке, даже если у вас похитили ключи и проникли в салон автомобиля. Злоумышленникам не удастся уехать с парковки. Функция PIN to Drive работает как банкомат. Чтобы начать работу, введите пин-код. У вас есть возможность выбрать, какими кнопками вы будете вводить ваш секретный пин-код. Например, на руле кнопкой «Положить трубку». Если не ввести пин-код, то машина попросту заглохнет. В общем, не нажал, не поехал. Кстати, вы можете самостоятельно изменить пин-код в любой момент. Например, если заподозрите, что кто-то видел, как вы его вводите. Но если вы прежде всего цените комфорт, то воспользуйтесь меткой. Это электронный ключ с инновационной технологией обмена данными DDI. Метка работает на частоте 2,4 ГГц, что полностью исключает интеллектуальный взлом. «Призрак» определяет наличие метки автоматически, как только вы садитесь за руль и включаете зажигание. О том, что метка обнаружена, вас оповестит звуковой сигнал. И вперед! Машина готова к движению. Пользоваться меткой просто. Носите ее всегда с собой, например, вместе с водительским удостоверением. Кстати, всегда есть выбор. Метку и пин-код можно использовать по отдельности, а можно комбинировать. Ну и для более надежной защиты есть возможность использовать одновременно и метку, и пин-код. На дороге бывают разные ситуации. Как «Призрак» поведет себя, например, в такой? Во время остановки на светофоре вас не очень корректно просят покинуть свой автомобиль пара ребят крепкого телосложения, а попросту могут и насильно выкинуть вас из вашей машины с целью угона. В такой ситуации есть много вариантов дальнейшего развития событий, но для меня мое здоровье и жизнь дороже автомобиля, поэтому я лучше выйду из машины и отдам ее угонщикам. Но ненадолго. В слейф-сигнализациях «Призрак» есть уникальная функция «Анти-хайджек», которая срабатывает, как только открывается водительская дверь при включенном двигателе. Когда угонщик тронулся с места на вашем автомобиле, система будет ждать ввода пин-кода или попытается авторизовать водителя по метке. Но так как этого не произойдет, ваш автомобиль, проехав пару сотен метров, кстати, расстояние вы можете установить сами для такого случая, начнет моргать аварийкой и заглохнет. Завести его злоумышленник уже не сможет. В это время я могу найти безопасное место на случай, если угонщики вернутся, и обратиться за помощью в полицию. «Призрак» заботится о безопасности не только автомобиля, но и о моей безопасности. Помимо высокого уровня защиты, система скрытой охраны «Призрак» способна обеспечить непревзойденный уровень комфорта. Многие сталкивались с ситуацией, когда, возвращаясь с покупками к своему автомобилю, приходится исполнять танец в поиске ключей в недрах сумочки или карманов, чтобы снять авто с охраны. При этом покупки выскальзывают из рук и рассыпаются, как новогодние мандарины, по всей парковке. С «Призраком» все иначе. В автомобилях, оборудованных системой «Свободные руки», достаточно нажать кнопку. И все, сигнализация отключена, багажник открыт. Ставим покупки и отправляемся в путь. Есть и другие функции для комфорта и безопасности. Например, управление электромеханическим замком капота, включение и выключение дополнительных парктроников, автоматическое закрытие центрального замка при начале движения и закрытие стекол при постановке на охрану.
А самое главное, в слэш-сигнализациях «Призрак» нет никаких лишних брелков. Поставить и снять автомобиль с охраны можно кнопками штатного ключа вашего автомобиля.